Всем привет, ребятки! И я наконец-то решился сделать мукбанг. Конечно, долго собирался, манила мне эта тема, это моя любимая тема, покушать вкусно, ну и заснять с вами, пообщаться. Давно хотел вот такого же прямого контакта с общением с людьми, а то все за камерой, много что приготовили, но не попробовали, не показали. А теперь вот эти все блюда, что мы приготовили, новенькие, вкусненькие, мы будем потихонечку готовить и вот так кушать, вместе показывать. И в процессе у нас будут интересные моменты, мы будем снимать, показывать рецепт, а потом будем вместе кушать и показывать. Такой у нас получится формат видео, рецептуры. Это, я думаю, будет более интересно, чем просто как информационная показать кулинарию, а еще общение у нас будет большое, небольшое. Ну, начнем мы просто с банального доширака. Я беру вот морские продукты, доширак, и я покажу, как его кушаю. Посидим, пообщаемся, поговорим на тему YouTube, заработал, не заработал я на YouTube что-нибудь, и как вообще я вообще строю стратегию по продвижению YouTube. Начинаем доширак, открываем. Я беру вот только морские, остальные вообще я не уважаю, можно сказать. Ну, не люблю остальной вкус. С точки зрения вкусовой политики, можно если так сказать, это самый обалденный. Он остренький, этим никогда не пользуюсь. Ну, не знаю, будет, конечно, хейтить и говорить, что зря запариваешь пластмассе. Ну, я делаю, грешу. Оставляем вот эти специи. Специи мы сюда высыпаем свои обязательно. Специи. И вот это, что здесь у нас? Здесь тоже травы всякие разные. Укропчик, петрушка, морковочка. Что-то здесь красненькое есть. Будет вкусно. Я вот этот доширак беру, обалденно, он очень вкусный. Ну, когда много переешь его несколько дней подряд, если кушаешь, что-то в животе уже неприятно. И вот нальем кипяточек. Заранее приготовил. Заливаем кипяточка. Ну, не так сильно много. Все, и пускай немного постоит попарится. Запарится. А мы не будем париться. Потому что она запарится. Вот такая у нас тавтология интересная. Обязательно сюда же добавим, здесь соевый соус у меня, обязательно добавляю соевый соус с уксусом перемешанный 9%, 50 на 50, мы сейчас он запарится, мы сюда положим, немного перчика добавим, и я думаю, у меня уже такое предвкушение, запах, они вот это умеют делать, чтобы запахом захлебнуться, это обалденно. С чесночком обязательно. И я люблю либо запивать что-нибудь сладенькое, вот такую еду, либо закусывать сладеньким, либо виноградом, либо арбузиком. Ну, будет очень вкусно, я думаю. Сейчас подождем, она запарится, и начнем. Ну вот, ребятки, смотрите, запарилась. Макарончики наши, вермишелечки. Добавляем сюда соевый соус с уксусом. Это очень вкусно, обязательно попробуйте. Знаете, что еще можно сюда сделать? Накрошить немного огурчиков, либо огурчики на мелкой терочке натереть и кинуть сюда. Тоже будет очень прикольно. Мы так как-то делали. Перемешаем. Горький перчик. Берем там, где семянки. И вот так делаем. Кто любит горький перец, ставим плюсики. Кстати, этот перец цицак. Еле нашел в интернете его, горький, хороший, с него буду, его буду мариновать и на продажу будем продавать. Горький сладким, обалденно, когда вот я люблю арбузик с горьким перцем или с чесночком, это вообще супер.
вкус обалденный. Немного так кислинки, чувствуется соевый соус, острота. И арбузик обязательно. Кто не ел, попробуйте. Чесночка немного. Ну, все как полагается, чтобы разогнать аппетит. В следующий раз хочу заснять. Кукси, кто не знает, это такой корейский суп, очень вкусный, кушается холодным. К сожалению, лето уже заканчивается, мы пока расчухались. Этот рецепт у меня на ютубе есть, ну вот, я его хочу заснять, как его в качестве мукбанка приготовить и показать, как его кушать, как его накладывать, как его подавать можно, нужно. Обалденный супчик. А сейчас вот начали чисто с доширака. Горький перец, конечно, жжет конкретно. Давно уже не ел его. Хоть в огороде его у меня очень много растет. Я буду, говорю же, мариновать его. Солить. Этот будем квасить. А у меня еще есть горький перец. Как это называется, забыл. Его мы будем мариновать, дольками резать. И будем мариновать в банках, а потом зимой доставать и продавать. Как говорю, как говорил, осень приближается, да, вот время уже мариновать, в бочковые, не мариновать, а закладывать арбузы бочковые. У нас есть рецепт тоже, вот на YouTube-канале можете посмотреть. Мы делаем в большом количестве, продаем. Здесь по Крыму, можно сказать, много ее распространяем, продаем. В том году была осень жаркая, и испортился у нас, около 3 тонн продукции испортилось. В этом году уже будем на ошибках учиться, либо ставить кондиционер. Ну, надо что-то будет придумать, если опять сентябрь и октябрь будет жаркий, обязательно надо будет что-то придумывать. Ну, доширак, конечно, это не еда. Не та еда, которую можно делать мукбанг. И, ну, пойдет как бич-пакет. Смотрю, в интернете много такого контента. Мы не будем отставать ни от кого. Чесак очень жгучий перец. Давно такой не встречал. У нас, потому что в Крыму раньше здесь продавали. Обычно вот здесь он не горький, а этот полностью горький. Жжет конкретно. Давно я, честно, не ел такой горький перец. Не попадался мне. Я его буду в этом году первый раз квасить. Надо будет поискать хорошие рецепты. Проверить, а потом уже к вам уже рассказать со своим опытом, поделиться с вами. Мало ли кто-то захочет тоже.
заквасить. Хоть нажрать бич багет считается, но вот приправить его, добавить туда немного соевого соуса, добавить уксуса, добавить остроты, чуть такой свежей. Не его, он и так вот морской, когда жрак, он и сам по себе острый. Но когда ты добавляешь перчик, это вообще по-другому все. Это вот, ну, вкусно. Может, не полезно, не спорю, но вкусно. Сильно я им не увлекаюсь. Я вот так иногда его, когда бывает, там надо быстро приготовить, но некогда, там работы много или еще что-нибудь. Раз взял в магазине, быстро запарил, быстро перекусил и дальше движение делать. А сегодня вот с вами просто посидеть и пообщаться. Если сюда добавить огурчики, немного помидорчиков тоже сверху с сырыми, все, то вообще получится приближенный вкус к кукси. Наверное, доширак и пришел, наверное, откуда-то оттуда, Японии, от Востока. Это кухня к нам. Интересно, кто первый начал делать это? Если кто знает, напишите в комментариях, откуда это пришло к нам чудо, блюдо. Но не увлекайтесь сильно дошираком. Не очень, конечно, это все полезно. И вот когда несколько дней подряд ты его поешь, не, даже вот не то, что один день и несколько раз, а вот, допустим, сегодня поешь, завтра поешь, послезавтра поешь, и уже чувствуешь, что он что-то негативное свое отложил на организм. Все равно здесь ничего полезного, наверное, нету. Но иногда можно. Ну вот, наш первый мукбанг закончился. Доширак приговорили. Арбузика нет, помидорчика нет. Дальше мы будем продолжать в таком же формате снимать. Кому понравилось, обязательно подпишитесь на нас. Поставьте лайки. Напишите свои комментарии. Свои, может, поделитесь. Своими каким-то опытом поделитесь. Нам будет очень интересно это все почитать, все сообщения читаем, комментарии. Помимо вот этого мукбанга, который на сегодняшний день прошел, ну, легкий, да, чисто доширак, такого ничего особенного, мы будем делать и более другими блюдами, такими интересными. Приготовим долма, может, в ближайшее время. Вот кукси хочу, вот следующий мукбанг сделать из кукси, как вот мы его кушаем, как его сервируем, как мы все вот это делаем, заправляем. А рецепт уже есть, кстати, у нас на канале. Я говорил, что можете пойти, перейти. Я вот ссылочку оставлю. Перейти по ссылочке или перейти вот по подсказке. Перейти на этот и посмотреть рецепт. Попробуйте, пока на улице жарко. Этот суп обалденный в жару. Просто лучше его, вкуснее его. Я не знаю, летом ничего вам не посоветую. К сожалению, его мало кто умеет готовить. Но вот это, за этот рецепт я вам отвечаю, гарантирую. В дальнейшем будем делать много обалденных рецептов. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока! Всегда с вами, готовьте с нами!